Теперь поговорим еще об одной очень важной вещи. Если вам понравилась продукция, человек, который думает о своем здоровье, о здоровье своих близких, он реально выбирает лучший продукт, лучшее из лучшего, естественно. Естественно, он понимает, что лучшее из лучших не может стоить очень дешево. Ну и безумных денег оно стоит, ну, редко. Редко такое бывает, что продукт, который стоит действительно серьезно результативный, можно купить толпе, ну, обычным людям, то есть нам с вами. Итак, каждый человек хочет этот продукт, тот, который хочет, этот человек хочет купить или получить бесплатно, или купить дешевле. Как же это сделать? Делается это достаточно просто. 5 наименований продукта, который вам нужен, а его помогут подобрать ваши консультанты, те, которые вас пригласили. Вы выбираете их на свой вкус, на вашу надобность. То есть вы просто покупаете в магазине, но не 3-4 там или один продукт, а 5. Это уже является основанием для получения дисконтной карты. Что такое дисконтная карта? Это скидка 23% на абсолютно все продукты, начиная с 6 наименования. 5 вы купили, 6 уже идет со скидкой 23%. Сумма не имеет значения. Вы можете купить на сумму 11 тысяч, например, где-то 10-11 тысяч и получить еще подарки. Вы можете купить на 7 тысяч, на 5 тысяч, также получить дополнительные подарки. И вы можете купить всего на 2700 рублей, самые такие вот 5 самых дешевых, но нужных продуктов выбрать и уже иметь скидку 23%. Неважно, на какую сумму вы выберете эти продукты. Скидка для всех одинакова. Вы получаете дисконтную карту, и что вы имеете? Первое, что вы должны сразу понимать, вас никто не заставит выкупать ежемесячно или там делать какие-то движения. Вы потребитель. Вы взяли дисконтную карту, и вы принимаете решение, кем быть в этой компании. Это ваше желание и ваше решение, а оно всегда правильное. Итак, вы получили дисконтную карту, и теперь вы, кроме того, что покупаете со скидкой 23%, вы еще можете продавать этот продукт и иметь вот эту разницу с продажи прямо сразу в кошелек. То есть это где-то на 100 продал продукции, 30 франков имеете у себя прибыль, ваша маржа. Следующее. Вы можете не продавать, а просто также рекомендовать вашу дисконтную карту своим друзьям и знакомым, и незнакомым тоже. И за то, что они также получат дисконтную карту со скидкой 23%, вы имеете еще и награду. То есть вы на свой вкус и на ваш выбор получаете продукт вот на эту разницу. Это я объясню немножко попозже. Вы можете пригласить человека на биопульсар. У нас есть такой замечательный немецкий медицинский аппарат, который показывает энергетический уровень всех органов человеческого организма. И это видно и на компьютере, и видно и ауру собственную, ну и в общем это еще много чего интересного. Возможность такая есть, тем более на сегодняшний день, когда анализы стоят безумных денег, а нам очень хочется понять, что у меня и у моего близкого человека в организме присутствует на сегодняшний день, и что стоит вообще предпринять для того, чтобы или не заболеть, или если заболел, быстренько выздороветь, то вот биопульсар и его измерение становится вообще неоценимым. Во-первых, очень простое, просто положил руку на этот прибор, несколько минут, и ты уже можешь понять, в каком состоянии твой организм. Кроме того, вы имеете право участвовать в любых акциях,
А Томас Гетрид, наш президент, он достаточно часто, понимая финансовые трудности наших людей, он часто делает эти акции для всех, для всего народа Вивасан, скажем так. То есть на определенную сумму, если ты купил что-то, ты получаешь еще дополнительные подарки. Так вот, дальше самое интересное. Все то, что ты сделал за месяц, вот все-все-все, ты получил за это какие-то подарочки. И все это складывается в одну корзинку, и в конце месяца компьютер насчитывает вам дополнительные денежки. Это может быть товаром или продуктом, это уже разговор такой юридический, скажем так. Но он насчитывает те баллы, которые может вам вернуть. Иначе говоря, тот кэшбэк, который он вернет за то, что вы сделали за месяц. Все те же самые движения. Вам не надо ничего дополнительно делать. Это вот как бы бонусы такие. Дисконтная карта, которая у вас будет, да, вы потребитель, вы можете делать вот какие-то такие шаги, но вы можете еще слушать лекции, смотреть видео, обучаться. У нас есть обучающая платформа. И думать и размышлять, а вдруг вы захотите стать большим лидером, построить международную структуру, и вам ничего не нужно будет дополнительно вкладывать. Вашим пропуском является та же самая дисконтная карта. Ну, а говоря о здоровье и о том, что все-таки Вивасан, почему Вивасан так хорош для многих из нас, потому что смотрите, как здорово совпадает. Я хочу зарабатывать деньги, я хочу быть здоровым, это как бы отдельные пункты. И я хочу это совместить. И вот в Вивасане это совмещается. Я пользуюсь продуктом, становлюсь более здоровым человеком. За это зарабатываю деньги даже для себя. Я рекомендую своим друзьям, знакомым и незнакомым людям, что этот же продукт, чтобы они тоже были более здоровыми, куда более нравственная цель. И за это получаю деньги. Вот это, мне кажется, очень и очень важным. Ну а сегодня особенно. Я всех вас приглашаю. Вы ничего не теряете. Здесь нет риска. Вы можете просто выбрать для себя продукт. 5 наименований. А вот о том, каким образом нужно сделать это, как выбрать, я вам расскажу в следующем ролике. Спасибо.